Всем привет! Это новый выпуск дневника студенческой весны 2021. И сегодня третий день фестиваля. На этот раз на сцене встретится Институт международных отношений и Институт психологии и образования. Ну а мы начинаем! Вот и настал третий день студвесны 2021. Его целый год с нетерпением ждали студенты Института психологии и образования и ребята из Института международных отношений. Сегодня мы узнаем, дали ли плоды усердных репетиций с раннего утра до позднего вечера и не потушит ли волнение огонь в глазах выступающих. Привет! Ты очень красиво выглядишь. Спасибо. Ты сегодня выступающая, да? Да, я из коллектива Evil Dance. А, получается, Институт психологии и образования? Да. Скажи, что ты чувствуешь перед выступлением? Волнение. Я очень хочу, чтобы концерт прошел на ура, без каких-либо оплошностей. Скажи, а долго шла подготовка? Целый год. Целый год к студвесне? Да, потому что в прошлом году, к сожалению, мы не успели выступить, и поэтому готовились целый год к этому мероприятию. Девчонки, привет! Вы такие милые, красивые. Пришли на студвесну? Да, пришли на студвесну. За кого болеете? За Evil Dance, естественно. Психология образования. Да. Отлично. А кто сегодня еще с ними соревнуется? Вау! Какой сложный вопрос. Смотри, я задам тебе максимально простой вопрос. Скажи, что нужно, чтобы победить на студвесне 2021? Ну, я считаю, для этого нужно, во-первых, быть вместе, быть командой, чтобы не каждый отдельно выполнял свое действие, чтобы все были в одной команде, сила духа, ну и длительные тренировки. Первыми свою конкурсную программу представляет Институт психологии и образования. Действие разворачивается в отеле «Эксельсиор». Именно сюда бывший работодатель отправляет молодую девушку по обмену. Она встречается с портье, который погружает ее в новый мир. Мир на шахматной доске, где каждый ход способен изменить тысячи судеб. Лишь пешка имеет самую большую цель. Она может стать кем угодно, пройдя весь путь и дойдя до края платформы. Так что, мисс, вам не стоит недооценивать ее силы на шахматном ринге. Каждым днем удивить членов жюри становится все сложнее, ведь абсолютно каждый институт представляет не просто концертную программу, а настоящую историю, в которую погружают зрители с головой. И что самое главное, для студентов важен не столько результат, сколько эмоции, которые они испытывают на сцене. Невероятно, сколько всего мы не знаем об игре, в которую играем всю жизнь. Изменить ее правила кажется задачей совсем непосильной. Портье был отличным игроком, и у него были все шансы на победу. Но для хорошего завершения партии ему необходимо было гораздо больше времени на разбор своих предыдущих ходов. За кулисами уже готовы студенты из Института международных отношений. Фотографа Артура Холодкова собираются увольнять с работы и дают последний шанс сделать фотографию, которая изменит мнение руководства. Артур узнает, что его дедушка после смерти оставил ему в завещании целое путешествие. Вот он, шанс сделать ту самую заветную фотографию. Как ваше задание по работе? Какое задание? Ну, фото. Вы же должны были сделать фото. Вы не поверите. Что случилось? Я совершенно забыл про него.
Ну, так сделайте сейчас. Где вы находитесь? Там красиво? Здесь безумно красиво. Сделайте фотографию. Понимаете, дело в другом. Я отдал свою камеру, когда обменял его на костюм для славянского праздника. Ну, во-первых, очевидно, что путешествие у вас что надо, а во-вторых, сделайте фото на телефон, хоть что-то. Да, а почему я сам об этом не подумал? Спасибо вам большое. Я скину вам данные по обратному билету. Хорошо. Да-да, вам не кажется. Все это сделали не профессиональные артисты, а студенты Казанского федерального университета. Вот почему студенческая весна – это событие, способное оставить в памяти неповторимые эмоции. Друзья, вот и закончился очередной день студвесны 2021. Он был не менее красочным и запоминающимся. А вы не пропустите новый выпуск дневника студвесны 2021. Оставайтесь с нами. До новых скорых встреч. Пока!